Короче, это вот такая штука. Улитки по-бургундски в чесночном соусе. Если честно, то сыкотно их есть. Ну, посмотрим. Еще раз всем привет. Это включение. Я тут выполняю список, первый пункт своего списка на лето. Пробовать буду улиток. Я понятия не имею, что это. Пахнет вроде ничего. Но как-то страшно гадов этих есть. Вот, посмотрим. У меня нету специальной ложки для вилки, точнее, для улиток. Но есть вот такая вот. Не знаю, может быть, она и есть для улиток. Такая вот. Если есть еще палочки, что-нибудь подойдет. Еще купила спаржу в переходе. Продают по 100 рублей пучок. В общем, урвала у жизни. И салатик у меня вот такой вот совсем. В общем, сейчас буду пробовать. Улитки выглядят вот так вот. Ну, короче, странные они. Я не могу сказать, что прям вау. Съедобненько. Похоже на курицу, что ли. Бедро куриное похоже очень. В общем, прикольно. Спаржу. Спаржа огонь. Я люблю спаржу. Пишите, ели ли вы улиток. Ставьте лайки. У меня вот такое вот кулинарное открытие. Не буду я прям их специально когда-то покупать. Мне устрицы понравились больше. Вот так вот.